Пока тут у нас технический момент, я вам объясню, что происходит на сцене. Значит, дело в том, что эти два милых человека, однофамильцы, Рустам и Руслан, даже я сказал больше, это братья, так что они по-братски друг другу сейчас подыгрывают. А вы сейчас по-братски поаплодируйте, чтобы это было еще здорово, еще лучше, еще круче. Ну а пачку мы еще заметим, и этот человек пытается мне дать взятку, подождите. Ну и, конечно же, отец этого семейства на бас-гитаре, дамы и господа. Поаплодируем этому семейному составу. Только что узнал, на самом деле, очень рад. Ну что ж, всем бы такого папу. Помощниками. Также здесь был Рамис Садыков. Ну что ж, дамы и господа.